А это Радик. Он очень серьезный гау-гау. Но самое главное, что он чувствует людей. Он, Радик, ну рассказывай. С правой стороны стоит салют, который я уже ремонтирую третий месяц. Почему ремонтирую? Всю жизнь провожу в котельне. Кочегар, одним словом. Радик, Радик. Он идет ко мне. Хорош, хороший гау-гау. Самое интересное, молчит. В отличие от наших политиков. Обещают нам в 2025 году что-то. Ну, обещайте, обещайте. А людей не жалко?